Пусть у них Гаспарян подпишет заявление и уйдет. И не надо подвергать народ постоянным потрясениям. А те люди, которые подписали заявление, либо пусть занимаются своим делом, а Гаспарян уходит, либо президент подписывает предложение «Я не позволю вывести армию против народа». Как передает канал «Альтернатив» со ссылкой на «Спутник Армения», об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе митинга на площади республики. Пашинян заявил, что ошибся в Онике Гаспаряне, которого назначил на пост главы генштаба, которому присвоил звание генерал-полковника и стопроцентно доверял во время войны. По словам Пашиняна, он поговорил по телефону с президентом Армении и сказал ему, что он должен подписать ходатайство премьера об увольнении Гаспаряна. И если президент не подпишет, то это означает, что он поддерживает переворот. «Выбор очень простой», – сказал Пашинян. Напомним, что политический кризис в Армении усугубился после того, как Генштаб Вооруженных сил Армении потребовал отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Это произошло после того, как глава правительства снял с должности первого замначальника генерал-лейтенанта Тирана Хачатряна, ранее подвергшего критике заявления премьера об Искандерах. Сам премьер объявил это попыткой переворота и заявил, что это всего лишь эмоциональная реакция. Он вывел своих сторонников на улицы, где они столкнулись с представителями оппозиции. Он также сообщил, что подписал решение о снятии начальника Генштаба Вооруженных сил Армении Оника Гаспаряна с должности. Документ, однако, президент пока не подписал.